Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба, игровой канал Тимона и Пумбы, и на наше удивление, скорее больше на мое удивление, да, игра Dishonored. Вот, серьезно, до последнего момента я не думал, что я буду в нее играть для канала, что вот второй игрой, так никто в комментариях не написал, что хотели увидеть. Я вот серьезно, до последнего момента не знал, что я хочу, ну, в смысле, я-то знал, просто предложил Нале подобрать мне игру и... Вот, пожалуйста. Что я знаю об этой игре? Ничего. Вот ровно счетом ничего. Я вот буквально установил, запустил, попробовал звук, посмотрел тут настройка, вроде все нормально. Фух, вроде все получилось. Даже не начинал. Давайте начнем. Посмотрим, что ожидать от игры. Я вообще вот... Единственное, начало мне уже нравится. Начало мне уже нравится. Бой и скрытое перемещение сопряжены с определенной трудностью. Противник наносит стандартный урон, эффект от зелий также стандартный. Ну, режим для новичков. Противники наносят меньше урон, здоровье быстрее восстанавливается, эффект зелий усилен. Я не знаю. Тут вообще, наверное, жесть. Ничего, что у него с лицом? Роботами, что ли, играть буду? Вот, простите меня, я серьезно ничего не знаю об этой игре, поэтому если вы уже это видели где-то или смотрели, у меня это первый раз. У меня такое впервые. Настоящее питание, справиться с которым под собой скрытые перемещения сопряжены с определенными трудностями. Да давайте, японо-мать, как обычно, короче, вот, для нубов, да. Мы же любим смотреть не за то, что я выпендриваюсь и выпячиваю вперед свой скилл, как бы. Допустим, еще ладно, если бы это был футбол или хоккей, там, я не знаю, вот такие игры, там, да, я могу сказать то, что я играю почти на максимальном уровне, там, ну, точнее, предмаксимальный, то есть следующий максимальный, в общем, так, играю неплохо, собственно говоря, там, если играть за какую-нибудь плажовую команду, то, в принципе, 1-0 как-нибудь Реал смогу выиграть, там, Барселону, может, даже, ну, может, 2-1, там, ну, в общем, вытянуть как-нибудь смогу, но вот тут я не знаю в таких играх, знаете, в той игре еще, которой ничего не знаешь, тут, что-то еще прятаться где-то надо. Будет скрытное перемещение, поэтому давайте начнем. Господи, с чем тут? Буду вон с лицом хотя бы. Хотя, как обычно, знаете, возникнет такая проблема, только, допустим, во все игры, которые я играю, реально как-то легко получается у меня там проходить. Да, вообще даже нисколько не интересно, в принципе-то, да? Нет какого-то экшона. А давайте попробуем, господи. Настройте яркость. Настроил, я не знаю, настроил, чтобы едва различать темный синий. Я едва различаю, в принципе. Я думаю, все едва различают, учитывая то, что YouTube еще. Давайте чуть правее сделаем, он, как обычно, убьет. Давайте. При создании новой игры предыдущие автосохранения будут перезаписаны. Продолжим. Да, перезаписываю, у меня ни одного не было. Башня Данвола. Че, погоди. Тут... О, не... За последние несколько месяцев... А, возвращение домой, да? За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Прекрасно. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить о результатах поездки императрицы, на службе которой вы состоите в чине лорда-защитника. Ни хрена себе! Кто я такой? Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spy master was right to insist that I send you. Надеюсь, хорошо слышно. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. У меня с роман, что ли, с ней? С императрицей этой? Emily and I will count the days until you return. Не надо, Эмили. Я помню, Эмили. And bring good news. Я надеюсь, я с хорошим вестями возвращаюсь. А то императрица прям в меня души не чает. Река Ренхевен. Ренхевен. Я не знаю, как правильно. Воу. Твою мать. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. Отлично, ну. Long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe,
We live in strange times. Ни хрена себе, как тут круто. Как-то тут, знаете, странно. We need help with the rat plague. То есть тут техника, но времена-то... Чё-то мне пелись это, То есть техника, но времена-то явно такие средневековые. То есть тут технопанк, что ли, для чего? Ну да, тут все в технике, это да. То есть нас сейчас поднимут наверх. Охренеть, как у вас тут поднимается. Водой заполняется все, офигеть. Ни хрена себе, ребята. Да вы тут вообще офигеть. Молодцы. У тебя только штаны дерьмовые, а так ничего. А по-моему, у нас тут у всех штаны дерьмовые. Корво, это я, что ли? Встретиться, перестрелиться в беседке. Опа. Что? Куда? Погоди, я поговорю с офицером. Нормально. Ой, сэр, то есть ко мне тут даже на вы. Охренеть просто. То есть пробел это я что-то. Там вода просто. Ну там я утону, ребят. Не. А утону, не сплыву. Куда пошел? Стой на месте. Так, на шифте бегаю. Так. Что-то левое и правое пока что не работает. Офигеть, как прикольно. Да, только для персонала, ладно, допустим, ладно, черт с вами, да, для персонала, так. Ага. Глубокое. Угу. Я понял, что тут глубоко. Чё это у нас? Ух ты, охренеть, вот просто. Ну да, ты с биноклем стоишь. Офигеть. Ты куда пробел-то? Спрыгнул, что ли? Ты дурак, что ли? Офигительно тут просто. Охренеть. Охренеть. Просто офигеть. Я понял. Господи, вот прикопали. Погоди, мужик, погоди ты. У вас что, все такие стрёмные штаны, что ли? Все, не вышел, так и все. Стой теперь там. Don't know what the hydraulics can do now. We've got him here today doing a portrait. If there's a time to try something, it's now. Ладно. There he is. Good boy, sir. Да. Welcome back, Lord Protector. Ладно, ну ты, короче, там сиди, короче. Ты теперь не выйдешь. Не успел, кто успел, тот и съел. Кто успел, тот и вышел. Что? Император. 44 минуты. Вот даже так, как так пишется. Hello, sir. Башня тонула. Воу-воу, чё музыка? А тебе удобно вот то, что тут как бы у тебя пушка как бы? Как вот? Вот неудобно, я считаю. Я понял. Вам реально так удобно с пушкой? Her, right. Ладно, поняла. И поняла. Я понял. Куда? Чё? Охренеть. Вот просто красота, офигеть. Я понял, почему Нала хотел, чтобы я вот давай... Ты кто? Тихо, блин. Блин, иди нахрен, ты страшная. Не, давай не надо. Давай попробуем с ней немедленно, но мне нужно увидеть вашу маму. Я понял, мать, то есть тут еще выбирать. Ну да, давай, поиграем. Окей, here we go. Чё? Погоди! Так, куда? Где? Я стар! The Lord Spymaster is with her, but she said to show you right in. Нет, нет, я с девочкой поиграю. С Эмили не поиграешь? Потом... Я надеюсь, ничего я плохого не сделаю. Тихо, погоди, ты меня пугаешь, серьезно, пока что. See if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Блин, ты охренел? Okay, I'm going to count to ten. If
find a place to hide. Нажми C, чтобы перейти в скрытый режим и спрятаться за каким-нибудь предметом. В скрытом режиме вы меньше шумите при ходьбе. Угу. Куда ты еб... Я думал, я в кустах спрячусь. Тихо, я сижу. Я понял, ты в любом случае найдешь меня. Спрятался нереально тупо просто вообще. Вот я в другое место спрятался, но уже. Тихо, девочка. Воу! А, перебегать надо было. Япона мать, ну... А, какой я был мудак, а? Найти не можешь, что ли? Серьезно? Че, куда мне? А где... Стоп! Эмили! Какого хрена? Что? Теперь я ищу? Какого? Эй! Девочка, я на это не подписывался. Здесь тоже ты попросишь перелезть, да? Не, спасибо. Где девочка? Верните мне девочку! Я только обрел ее. И снова при... Где она? Ты серьезно, что ли, спряталась или чего? Где она? Типа я победил? Девочка, ну как-то ты молодец просто. Вообще не искала меня. Она не хотела просто, серьезно. О! Привет. Привет. Ты кто? Кэмпбелл. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, Hyos. Какой этого эликсира? Ты вообще рисовый художник. Все, она ладно. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Ну, так-то. Ну да, в жизни... Куда ты... Сука, еще куда... Она бегает-то почему постоянно? Куда-то налезть-то надо, япона, мать, харе. Ладно, давай залезем на кусты. Чё, доволен, все, спустись с кустов. What are you doing? I need the bottle to draw the eye away from Campbell. I suppose I can paint him without the cider. Though in truth he is always close to the stuff. В смысле, мне вернуть надо, что? Подожди. Ну, извини. Corvo, please. I can't see him. Ого, то есть я мешать могу? Gentlemen, I cannot paint without your cooperation. It was a fool's errand, Corvo. I cannot work. The plague comes from instructions. We must all strengthen our faith. А ты рисовать перестал? Давай я нарисую, что ли. Ладно, рисуй. Show my improvements to the waterlock. Это ты? Нифига ты молодец. Антон Соколов, просто прекрасно, это русский. Ладно, Иисус, извини, я не хотел тебя отвлекать. Чего ты сразу же начал Этот персонаж занят? Ну ладно. Ну ты рисуй, господи, все, что бился это сразу. А, ты со мной ехал, точно. Да ты красавчик прям. Ох ты. Ты голум. Ты куда? Стой! Hello, my lord. Да стой! Да хрен толка... Я посмотреть хочу. Иди в жопу.
Простите, я не хотел это говорить вслух. Там императрица... А, я хотел мимо. We've gone beyond that question, Your Majesty. Ты кто? Профессор Завьер, что ли? And we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Привет. Я в прятки играть. Ай, блин, я не могу шевелиться. Corvo, 2 days early. Full of surprises. Ты мне не нравишься, иди отсюда нахрен. Такой ты гнилой. Я в прятку. Все, меня не видно. Чё ты на меня смотришь, меня не видно. Что? Что? Вы там давайте заговор не обсуждайте, япона мать. А я за спину. Как ты смотришь-то, блин? It's a fair wind that brings you home to me. What new... Чё, зависло-то? Сломалось опять, что ли? Какое письмо? О чем они там говорят-то? Так, я сначала с этой поговорю, с мелкозяброй. Давай, не болей. Ну ладно. А, тебе письмо на этом? Чё ты мне руку протягиваешь, япона мать? Подаяние, что ли, просишь? Ну ты вообще, блин, императрица вообще такая простая, я не знаю. Молодец, просто. Если я отойду, тебе насрать, да? Нет, нет. Ладно, держи, все. Там печать. А, тебе насрать. Ты что, с закрытыми глазами читаешь, что ли? I hope that one of the other cities had dealt with this before. Knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. А что ты выбросил-то? Я старался. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Этот чувак, который... Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Что? Ой, погоди ты! Бой, нажмите левую кнопку мыши, чтобы атаковать правой рукой. А, если выбрали оружие или умение, для левой руки нажмите правую, чтобы атаковать левой. Блять, я ничего не узнал. Чё? Удерживай левый контроль, чтобы заблокировать удар вражеской клинка. Если правильно подгадать время, вы выбьете противника из равновесия и сможете нанести ответ на удар. Ебать. Где это говно? Какого хрена? Corvo, thank you. If you hadn't been here. Что? Not again. Что? Что это у него за? Get away from her. Corvo. Что, какого хрена? Вот это. Слышь, ты кто? Императрица? Corvo. It's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Твою... Эй! Ты чего? Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Твою мать, вы чё, охренели? Это подстава, слышите? What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Охренеть, это была подстава. Слышь, ты лысый, поплачь за это. Оба там лысый, блин. Охренеть. Это что за умение блокировать удары лежит в основе фехтовального искусства? Понятно. Правая кнопка мыши атаковать, левая мечом. Я сначала не так понял. Просто неудобно. Левая кнопка мыши атакуешь правой рукой. Просто вот. А, невинно осужденный. Полгода прошло с тех пор, как глава тайной службы обвинил вас в убийстве императрицы и заговоре с целью убить Эмили. Наследницу престола. Все это время вы провели в тюрьме Колдридж в ожидании казни. Что-то как-то не быстро мне голову-то отрубают. Он, наверное, этот, скажите. Где-то, скажите. Отдыхал.
Это казнитель. Как его? Топорщик-то. Я забыл, короче. This is your final chance, Corvo. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. Да вы охренели, что ли? Спасибо. Я всегда мечтал о татуировке выжженной. That's enough for now. Get out. Let's give the man... Ни хрена себе у вас размышления, это как бы... Да, профессор Завьер, реально, посмотрите на его профиль. The Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now. Я так и думал. To guide the weak, and that's where we come in. Это вообще питбуль, блин. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Mm-hmm. Goodbye, Corvo. Скотина. Take him back to his cell. Скотина, вот тебе пиндец, мужик. Я сразу говорил, что он какой-то мутный, что он сказал, ой, да вы прям неожиданный сюрприз преподнесли. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Спасибо. Так, понятно. Там ключик. Ой, давайте из камеры выбираться уже в следующей серии. Я понимаю, может серия была... зажмите левый контрол. Я зажимаю, чё, открыть мне блокировать удар-то, япона мать. Чё? Чё? А, тебе залезть надо, конечно. Это, блядь, без залезания он же не может. Ни хрена себе тюрьма, из которой мне избегать. В общем, давайте мы на этом закончим серию. Следующую серию уже продолжим. Я понимаю, серия была короткой, но как с начала, это нормально, я считаю. Мне даже нравится, офигеть. Я не ожидал, но офигительно. Офигительно. В общем, спасибо всем, кто смотрит, подписывается, комментирует, ставит лайки. Увидим еще уже в следующих сериях. Надеюсь, вам нравится, потому что я прям в восторге. Только надо бы приноровиться к местной боевке, потому что после Remember Me это, знаете, очень сложно. Прям вот вчера я буквально играл в Remember Me, а сегодня играю в это. Поэтому сначала я буду подтуплить, уж простите меня. В общем, увидимся уже в следующих сериях, да? Конечно, да. В общем, с вами был Пумба, игровой канал Тимон и Пумбанал. Делимся видео с друзьями где-нибудь там. Там этот, знаете, поделиться видео в соцсетях. Делитесь где-нибудь на своих левых страницах. Ничего страшного не будет. А там добавляйте кучу друзей, тысячу, может кто-нибудь подпишется, в общем. До новых встреч на канале. Спасибо всем, кто смотрит. Это новая веха на нашем канале. У нас впервые такая подобная игра. В общем, увидимся. Спасибо и до встречи.